Здравствуйте, уважаемые друзья, сегодня мы играем в голодные игры в Майнкрафте. И сегодня играем мы все вместе, Кирилл, Боди, Робивай. Там-там-там-там-там. Прикольно. Так, ну, поприветствуйте все. Ну, мы только что приветствовали. А Боди молчал? Ну, это же Боди. А, ну что вы все болтаете, что я буду говорить? А ты вмешиваешься в разговор. Блин, вот когда не надо, ты перебиваешь. Когда надо, ты не перебиваешь. О, у меня деревянный меч. У меня у Маши крали. А если бы чувака? Боди, ну ты опять уходишь от нас. Я за Боди бегу, все норм. Нет, я тоже за Боди побежал, потом он куда-то. Мы вместе. Ребят, я сзади. Можете помочь убить чувака, пожалуйста? Уже. Ну уже. О, давайте его скинем. Ой. Ой-ой. Предлагал. Так. Я должен убить его. Я хоть и знаю, что это вообще нет смысла его убивать, но вдруг просто был один раз так, что мы бежали с каким-то голым чуваком, мы за ним стали потом бежать, а он был потом на дедматче. Может, пусть бежит? Давайте лучше, да, пусть бежит. Может, у того чувака? Я его пытаюсь ударить, но, блин, не пока не смогу. Далеко уже от Боди, Боди, ты за нами? Я его бью! Это не знаю, я бью его! Блин, ребята! Я прям. Ну мы сзади давайте, вообще-то. Давайте. Ну сундук остановился. Опять он. Опять чувак остановился. О, топор! Теперь его не бесполезно убивать. Точнее, да, не бесполезно. Нет, не. А, тебе дали топорик, да. Ну давайте, ну ребята, что такие медленные? А-а-а. Так а чё мы медленные-то, блин? Я-то понимаю медленный. Вон. Эй, меня кто-то сзади бьет, пацаны. Тебя никто сзади не бьет. А, я упал. Просто сторожа. Я в церкви какой-то. Надеюсь, он. Мы убьем чувака, Боди. О, так это вы! Это вы! Это ты, блин, давай, помогай! Я в какой-то церкви. Боди, ну так нечестно, мы все пересрались. Кто меня так подкинул? Спасибо, Кирилл. А чё я, у меня ничего нету? Меня рукой подкинул. У меня топор откуда-то. Это мы его убили. А, вот у Боди будет теперь топор. Можешь Паше дать топор или у тебя? Дайте еды, пожалуйста. No. Нет, это Бодин. Боди, он про мастер. Дайте еды, пожалуйста. У меня нету. У меня вообще ничего нет. Дай еды, пожалуйста. У меня тоже нету, мне самому надо. Вон туда. Так ощущение, что вот здесь будет еда. Вот в этом вот доме. Там ничего нету, я был в нем. Бегите во все дома. Тогда вон в том, тогда на горе. Точно. Может, на горе есть. Не, бегите в город, я на гору, давайте. Так, на гору. Я в гору. Ну ладно, я за Боди. Идите туда. Нет, пусть ты. Тут есть сундук, тут, по-моему, есть сундук, если я не ошибаюсь. Я да на горах всегда есть сундук, просто на них всегда лень лазить. Надеюсь, не ловушка. Не ловушка. Только не падайте в колодец, пожалуйста. Это много ловушка. ТНТ. В этом доме уже кто-то открывал сундук. Здесь вообще кто-то уже был. А много динамита, это хорошо или плохо? Это не сундук! Фу, кидалово. Топор. Блин, ребят, мне срочно нужно еды, прошу вас. Мне тоже. Срочно. У меня, ну блин, я считаю, чувака. Мне не сильно срочно, но... Мне срочно прям нужно. Я уже бегать у тебя не могу. Сколько? А, о, ужас. Я тоже не могу бегать. А я могу еще бегать. Чё в нём? Просто. Чё делать? Мы умрем с голода. Это будет эпик фейл. Надо искать не в городе сундуки, тут бестолку, люди, ну блин. Да, здесь уже все обшарили. Да. Ну, ищи, тогда ищи, кто тебе не мешает. Кто тебе мешает? Давайте вместе. Ну, я пойду искать, вы меня опять забудете, я где-нибудь сдохну. Да, вот именно, вот то же самое. Пошли. Я не знаю, я умираю, я пытаюсь найти сундук. Ой, черт. Вот я нашел сундук. И? Он пустой. Гоу. Куда гоу? Я бегать не могу. Хотя, Боди, ты можешь бегать, вот не надо. О, это фу ты, это Жека, я думал, вали его, Боди. Я, кстати, тоже скоро уже не смогу бегать. Мне еще пол, я уже не смог бегать. Люди, я сейчас тоже не смог бегать. 4, 3, 2, 1. Я не буду бежать. Все, не могу бежать. Я тоже. Все стоят, все бегут. Это вот там чувак. Его надо завалить, пацаны. У меня очень мало хп, у меня не регенится. А, ладно, я попробую его один завалить. Он остановился. У меня очень много хп-шек, давай. Ну где вообще Кирилл сзади стоит, вообще никого не бьет, он даже бегает. Я не могу бегать. Я вообще. Ты не можешь бегать? Я, как я понимаю, один могу бегать. Да. Догадливый. А, нет, я бегать вообще-то не могу, у меня очень мало
Ну все, я пошел за тем чуваком, и пофигу, что... пусто. И пофигу, что меня сольют, да ладно. Что, вы же с мечами, с топорами. РБ, хватит найти. Я не ною, я говорю, что вы... Что вы бежали... Плакса, плакса. Я хочу лук, хочу. РБ, меня? Короче, мне пофигу, я его бью. О, молодец. И да, дайте еды, люди. Ох. Нет еды. Еда? Нет. Блин. Дайте Бодя, Жеке еды, Бодя, чтоб он восстанавливал жизни. Можно мне, пожалуйста? Пробивай. На. Я с голоду, вы мне еду, ой, одежду даете. Ну, в смысле, откуда мы тебя возьмем? А, Кирилл, там, а. Пробивай, на. Кирилл, дай оружие. Я тебе дал оружие. Может, попробовать погрызть? Попробуй, не вкусно. Кири, мы такие вчетвером с голода тут. У кого давай. Есть красный грибок? Красный грибочек, у меня есть миска. Объявляю конкурс, кто первый сдохнет с голода. Нет, тут на 5 жизнях останавливается. Красный грибочек у кого есть? Нету. Нету. Если есть, то я могу сварить супчик. Красный грибочек, говоришь? Кири, либо ты мне даешь броню, либо я тебе... А, точнее, либо я тебе даю броню, либо ты мне даешь топор. Смотри. Да блин, я лучше броня, ты лучшее оружие. Смысл? Не знаю. Эврика! Ты наконец-то мой мозг начал работать. Да блин, ты не... Срочно нужны грибочки, ребят. Срочно короче, нужны. Я все равно не смысла, я побежал искать. Гопорельцем. Ага, побежал. Со скоростью мега супер улитки. Ну, в принципе, и так. Я в какой-то дом на горе побежал. Я на центре. Ты нёшься же. О, рассоединение. Ребят, я на центре. Я тоже. У меня там чувак, не умрой, если он сейчас ко мне подойдет. Блин, у меня полтора сердечка, я ничем не помогу, вообще ничем. Я разбиваюсь, сдох. Жека, я нашел еду. Где? Маленькую, правда, очень. А сам? Чувак. Ладно. Да, пофигу, если ты будешь так, то хорошо. Пойдем отсюда, вечером вернусь. Где так уже? Ой, Рбио. Бодя, беги на центр. Минус 1200, минус... О, минус 1200 и 30-32. Сейчас будет уже ночь, и обновят сундуки, и у нас есть шанс добыть еды. Хорошо, потому что очень все плохо. Первое, наверное... Тут чувак! Кири, там был чувак. Просто у меня... Еще раз координаты. Минус 1200, минус... Ой, и 300, и просто 300. 330, все. Ага, все, я знаю. Надеюсь, он не придет на минус. Если он на мид? Господи. Ну пусть это будет мид, по идее же это мид. Да. Слушай, Кирилл, мне кажется, мы сейчас сдохнем. Да мы сейчас сдохнем, но как-то пофигу, радоваться жизни всегда. Блин, я живу сейчас. Ничего, я уже к вам бегу. Уже ой, ночь, уже я ночь. Уже... Сейчас уже должны сундуки обновиться, у нас единственный шанс выжить. Пока-пока. Погреемся около этих. Еще раз координаты, а то я вроде бы... Минус 1200, минус... Минус 1200. И 330. Ай, жизнь кончается. А, все, прикинь, я вижу центр. Если здесь везде сейчас будут сундуки со вкуснятиной. Жарить. Когда уже сундуки обновятся, господи? Ладно, Кирилл, ты тут... Кнопка. Да не надо, давайте здесь стоять. Ладно, я просто сейчас освещусь тут. Мне плохо. Опа. Я буду греться на лампе. К вам бежит какой-то чувак. А. Он хочет вас убить. Блин, Боля, я тебе Жек, Кирилл, на тебе. Еды, пожалуйста, прошу. Еда. Сзади. Убьем его. Не вариант. Давайте его просто... Нет, не пойдем. Мы должны его спугнуть просто. Все. Ульту на него. Раз уж мы на меду. Все.
Какие дни надо делать боди, это очень разные звуки. Ты тоже так сделал. Да? Да. Ой, извините, пожалуйста. Кто-то так. Вот там говорите, если я буду дышать микрофон или что-нибудь типа того, окей? Ты сделал типа как битбокс, типа так. Я так сделал. А в том домике вы не смотрели? Жек, все равно я сейчас скрипел стулом. Все, я грызол мас. Нам. У меня есть палка, на тебе палку. Зачем? Ну вдруг у тебя еще один алмаз найдешь и будет алмазный меч. Мне нужно пойти. Обновились? Да. Еда! Дебил! Смотрите, ребят. Прости. Я поставил тортик. Доешь его кто-нибудь. О, ешечки. Боди, у меня для тебя подарок, на. Есть один железный слиток. Нет. О, ешечки. Где еда, блин, мне вообще... Я убиваю. Кирилл, на. У кого-нибудь есть один алмаз? И Кирилл, на еще вот. Так у тебя же было 2 алмаза как раз. Нет, у меня алмазов. Жек, ты собрал алмаз? Нет. Нет, у меня алмаз. Ребят, у кого есть железный слиток? У меня. Дай, пожалуйста. Вот еще Кирилл. Вот. Вот слиток же. Вот, я тебе кинул еще. А где слиток-то? Вот все, я взял. Где вода? Я хочу поймать что-нибудь. Я, короче, как только удочку нашел, сразу будет ничего не спать. А, подожди, я тебе еще сейчас дам кое-что, на. У меня еще есть пирог и хлебушек. Жек, на тебе. Тебе нужно одежда? Жек, Нужно восстанавливать? Не... У кого есть ботинки любые? А, вот, все. Спасибо. И Кириллу такие же. Спасибо. Пойдемте еще сундуки вот тут. А? Вот тут еще сундуки. Что 2 голода восстанавливать? 2 голода хлеб. Дать? Да, дай, пожалуйста. Или на тебе вот, лучше вот это. На. Ты резаешь? Да. О, тут еще. Нам, я не знаю, зачем тебе, но на. Да, не лучше, чем деревянный. Да я не помню, такой же. Ой. Пошлите и все на поиски людей, у меня есть алмазный меч. Да, у тебя, ты сделал себе? А, Жек? Что я тут? У меня золотой деревянный каменный топор. У меня железный меч, да. Да, сделал. Го на поиски лучше сундуков, потому что... Мы в принципе ни в чем не нуждаемся, ну да ладно. Ой, это будет хух, я испугался. Первые секунды были очень... Ой, первые минуты были очень сложные. Какие первые? Первые 20-минутки. Вот Жак, давай назовем серию... Я знаю, вот здесь сундуков много, пошлите сюда. Ну, блин, я забыл. Как назовем серию? Голодные в пустыне. Не-е-е. Голодаем в голодных играх. О чудо. Голодаем в голодных играх. О. Прикинь, бы сундуки не восстанавливались, мы бы навряд ли бы. Мы бы сдохли, да. Кирилл, можно тебя ударю? Не надо. Я так хотел сказать, ты стоял так над пропастью смотрел. Я пытался в этой воде поймать. Как тебе пендели дать? Волшебный пендель. Я рыбу ловлю. Да, пойдем. Ребят, пойдемте сюда, мне кажется, что есть. Эрбят. Чё, эрбят? Просто сказал эрбят. Ты сказал эрбят. Эрбят. Йоу. О, кстати, я могу грибочки делать, у меня миска есть. У меня 2 миски есть. А знаете что? Что? Мы такие идиоты, вы просто не поверите мне. А грибочки есть? Мы столько раз здесь проходили. Здесь, короче, гигантское поле пшеницы. По крайней мере, я тут несколько раз проходил. Люди, погодите, сейчас я рыбку поймаю. Зачем? Ну, не знаю, я хочу один год. Кстати, да, мне тоже нужно это, еды-то все равно немного. Но у нас ее вообще нет, я тебе больше скажу. У меня есть. Немножко. Ау, где моя рыба? Вы где, ребят? А мы... Я возле речки. Да. Где? Да, подожди, мы около мельницы, помнишь, там, где, откуда ты еще вылазил? Водяная такая. Сейчас приду. Тут чувак, ёпрос. Где? Тут алмазный меч, что ты боишься? Ой, окей, давай работаем. Скажи мне свои координаты, пожалуйста. Я тут недалеко от мельницы. Ну скажи координаты. Люди, давай я бегу к мельнице. Все, я около 2 мельниц стою тут. Где? Давай туда, где ты меня... О, я вижу тебя, Бодя, ты убил кого-то, да? Жак, давай туда... На центр, бегом на центр. Да, на центр. Я могу еды себе кучу скрафтить. Минус 1200 и... Это ты, Боди, ты в золотой броне упал сейчас. Жек. Нет. Ой, Кирилл. Ай, давно. Скажи координаты. Ай, о, Кирилл, я знаю. Беги, я знаю, где ты. Он в золоте. Кирилл, я знаю твои координаты. Я тебя вижу, Кирилл. Беги. Бежим на помощь. Просто беги, беги, Кирилл. Беги, Кирилл, мы тебя спасем. Спасом? Да. Я его ударил. Еще ударил. Боди, ты будешь алмазным мечом вообще. Еще ударил. Ай. Потому что меня Боди не убил сзади, так. Я его убил.
По центр. Кирилл, на тебе меч. Понял, ты на центр. Быстро. Кирилл, на тебе меч. Тебе нужен камень? А я ему дал уже. У меня есть меч. Спасибо. Если у кого будут железные штаны, я могу... Могу... Жека, ладно, на. Безобедно. Зачем? Нормально. Чё? Забирай. А тебе железный не нужен? А мне камень. Да не надо. Ты да гений. Надо, дай ему железный. Да не нужен мне железный. В ухо тебе запихаем. Я пойду себе еду лучше скрафчу. Да блин, о, Боди, ты чё? Где этот меч? В ухо запихаю. Ладно, тогда отдай мой меч, быстро. Давай, скажи, пожалуйста, мне тоже... Еды тебе дать, да, Кирилл? Хлебоды. У нас сейчас будет стать хлеб. Блин, что делать? Я не могу ничего переносить, у меня только шифтом. А, ну... А, Жек, на. И никак ты теперь не справишь, ты только перед заходом. Не понял, то есть ничего переносить. Да забей, Кирилл, я потом тебе объясню после записи. Кирилл? А что, опять сундуки, что ли, обновились? Нет. Знаешь, что? Откуда ты там смотришь? На. О, господи, спасибо. А, Жек, я не могу ничего крафтить, так что вот я ложу все свое семя, пшеницу. А, все, нет, я могу. Вернулось все обратно. Сейчас я нам еды искать. Окей, я ничего не могу открывать. Пойдемте. Подожди, я иду себе крафчу. У меня. Я тебе дал, да, хлеб? Зачем ты с золотым мечом? Вообще убери его нафиг. Выкинь его, чтобы случайно им не бить. Да. Дайте мне, пожалуйста, хлебушка чуть-чуть. Я ж тебе дал. 7 штук, по-моему. Дайте еще вот так. Все, валим. Дайте еще вот это. Цветочка, а может, что-то брать. Не, я только что 3 цветочка где-то выкинул. Ну вот, опять у меня сапнул. А его, по идее, можно вырастить где-нибудь. Если у тебя будет костная мука. Ну нафига! Не знаю. Ты будешь не бывать. А когда вам будет матч? Будет матч через 12 минут. Нифига себе. Не, ну можно еще всех убить. Тогда будет матч. Еще раз. Всех убьем. Блин, жалко. А куда делся Робиуай? Вот я до сих пор не понимаю. Ты хлебом харкаешься? Угу. У Робиуай вылетел интернет. Это очень прикольно. Точнее, не прикольно. Короче, мне вообще не нравится это. Хара харкаться хлебом. Спасибо. Не, его дофига. У вас же его, по идее, должно быть так всего. Да нет, еще меньше. Было 300 как пшеницы. А, угу. Ой, слышно, наверное, сейчас на заднем фоне, да? А, да, повы... Давайте я буду ля-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 ля. Ну ты что, я вырежу что-нибудь, Кирилл, не беспокойся. Да, я проще микро выключу. Да не, лучше проще... Короче, скажи, я мама, я снимаю, мама, я на ютубе. Мама, я на ютубе. Да. Именно так. Не знаю, меня, как все время, когда ты говорил, мама не успокаивалась. Это не работает, но звучит клёво. Да. Чё, серьезно? Я уже так наголодался? Короче, ребят, мы разделяемся, да? Типа того. Почему? Нет. Ну, чтобы искать людей, а то мне как-то 10 минут... Хотя что я... Кого сильно я мы разделились, нашли друг друга, все. Ну ладно, я просто бегу в никуда. Я бегу вперед. Я бегу в Жеку, никуда. А я взял в руки каменный меч. Нет, я бегу в Жекину никуда. О, я вообще буду с рукой ходить, чтобы это... Чтобы всем показывать, о, я такой, лох, у меня нет меча. А потом бах, алмазный, оооо, что делать, все. Тебя с деревянных кто-нибудь убил. Не думаю. Блин, мне показалось, что это тепло, это как-то... Слышь, Жека? Да не бей ты меня! Я тебя хочу, чтобы ты подталкивать. Ну, подожди. Ты козёл! Я тебя подталкиваю, ты за меня не подталкивай. Я тебя дергаю. Да! Давайте пока рыбу половим, а? Смотри, там сундук. Где? Сейчас. Добрый. И... О, картошка и тунута. Можно тебя возьму? На тунута. И, ну, меч не нужен, да? Блин, у меня... Кстати, тебе кое-кто ничего не ответил? А кто должен был? А, мистер... Мистер? Да. Пока нет. Мистер какой мистер? Может, он вообще не прочитает? Мистер... А, я тоже так думаю, потому что он редко же заходит. Мистер кто? Блин. Мистер Пупсик? О, это будет... Я да, в разные стороны хожу, все равно вас... Мы не можем найти, а себя находим. Разделились, нашли друг друга. Себя находим. Ну,
Такие вот мы про. Что ж. Ах, туда выкинул. Ты его не подобрал, Кира, мне теперь 20 хлеба, все. Сойдет. Чувак, чувак! Я его стреляю. Попал. Давайте на перехват посмотрим. Да, ну нафиг отсюда. Я в него буду стрелять. Где он? Он на крыше, да? Я у него сейчас пострелю, Он обратно побежал! Вперед! Эпоха. Поха? Ну, поха. Ребята, прикиньте, этот матч будет со всеми этими людьми. Блин, нужно быстрее всех убивать. Ну, хотя бы одного. А то просто возьмут, скинут в лаву и все. Да-да. Не то, что... Да и убить могут массой задавить. Я дебил. Я помню еще, когда играли на гамме, там была еще немножко другая гамма, и там тоже был дедмач. Да-да-да-да-да. И я там был с алмазным мечом, в общем, всех там, я думал, я сейчас... На... Я его убил. Всегда на том дедмаче лагало. Слушайте, я убил. Огонек, огонек, что ж. Давайте теперь обратно на мид. На мид? Ну, блин, ну вот. Офигеть, у меня еды. Зрители, Господи. Играйте в доту, а то вы нас не поймете. О, Кирилл, может от него железные штанишки? Пожалуйста, пожалуйста. Я Стой. Тебе дал, я тебе кинул уже. Это он, ты, Кирилл подобрал их. Что? Что, я фул железе? Оу. Зато я красиво выгляжу. Выглядишь. Я пошел на центр, обычно люди туда бегут, и поэтому... Зачем ты этот фул выкинул? Ну, блин. Что же у меня язык-то лагает, а? Язык лагает? Блин, чека. У кого-нибудь есть Ходи. Яблочки? У тебя чтобы взять золотые. Ну. О, кстати, я тоже за, у меня есть слиток, а яблок нету. У меня тоже нет. О, чувак, на центре! Вперед! Иду. У меня еще нет... Я, блин, я пропалился, что у меня железный меч. О, алмазы. Он тут куда-то чувака слил. Давайте, мы должны его догнать. Нифига тут шмота. Он мне стреляет, ребята! Он со скином Элла. Со скином Элла. Я его гашу. Я его сзади. Их тут двое! А, где-то ты, Кирилл. Там еще вещи. Возьми, Кирилл, железные штаны, они тут валяют. О, ничего себе, у меня еды. Железные штаны возьми, вон там. Я, Данек. Пойдемте на спавы, значит, там еще вещи. 50 секунд до матча. Эмири, все, мы все слили. Мы про. Да все, я хочу за это даже ударить буханкой хлеба, Бодя. И меня. И тебя. Буханкой хлеба. Давайте встанет так эпично. Фу-фу-фу. Вот королей центра. Жак, тебе нужны стрелы? А, у меня есть лук. Дай, пожалуйста, стрелы, пожалуйста, немножко. На 10 штук. Я весь мусор сложил в этот сундук, может, вам что-нибудь понадобится. Кстати, да, надо в сундуки выкладывать. Нифига себе, немножко. Ё-моё. Я тоже сложу эту свои ненужные вещи. А у меня есть очень много нямки. Кому ням-ням? Мне ням-ням. У меня ещё 5 динамита. Ой, 2 динамита. Что-то я разбежался, 5 динамита. Динамит-то хорошо же. У меня 3. А может еду не будем кладу? Давайте, я вас слил. Можно я, пожалуйста, ес. Давай. Ну не надо, давайте на кулаках. На кулаках? В бронке? Я тебе говорил. На кулаках. Что, на кулаках? Нет. Хорошо, он начал на сам бить. Эй! Кирилл! Да ну нафиг, я первый раз в матче дожил. Ты не первый раз в матче дожил. Нет. Я первый раз исходил ее. Просто один раз я дожил как зритель. Иди, убеги. Зачем удочка, да? Вот я ее чувствую почти. А мы стрелим, как честные люди, будем на кулаках. Да, все, окей. Подожди. Окей. Я поем, восстановится хп, окей. Паша написал Выкидываешь вещи? Да, сейчас. А, может быть их в лаву? Да есть. пофиг, давай. Блин, я подлагиваю, давай быстрее. Просто у меня места нет. Ну реально подлагивает, Кирилл, давай быстрее. Давай. Подожди, у меня одно сердечко еще нужно, чтобы восстановилось. И потом. Мне тоже. И половинка. И батл. Не, подожди, сейчас. Ай, 3, 2, 1, погнали! Меня залагало! Господи! Набить меня можно. Ну, у меня реально лагает 70... О, фу ты, у меня от 70 до 10 падает. И так далее. Офигеть, опять лагает! Да что такое? О, лава. О, давай!
О, RBY тут? RBY, спасибо, что победил, а то бы я сейчас полетел. Ну вот, опять меня больше раз ударил. Ой, я его нечаянно подобрал. Ты меня ударил один раз. Нормально вообще. Он просто подобрал. Не убью! Нет! Прыгай за ним, прыгай за ним. Я бессмертный, я бессмертный. Че, вы победили? Да. Да, Жека. У нас было два алмазных ключа. Да, всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за просмотр. С вами был Бодя. Я. Жека, господи, у меня 5 FPS. Стрим после игры лагает. Да, всем пока. Всем пока.